Территории охотничьих угодий, попадающие под раздачу дальневосточных гектаров, будут пересмотрены. Регионы Дальнего Востока получили право самим определять, какие земли такой категории могут быть выведены из оборота. По словам председателя профильного комитета Илтумен Владимира Прокопьева, сейчас готовится соответствующий указ главы республики. Напомним, в июле этого года Госдума одобрила расширение территории предоставления дальневосточного гектара за счет сокращения так называемых зон нельзя. Это касается охотугодий, земель лесного фонда и участков над недрами. В результате достаточно кропотливой работы, особенно на уровне экспертной группы Государственной Думы, нам удалось закрепить норму о том, что определенная часть территории охотугодий будут исключены из оборота по решению высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Дальневосточном федеральном округе. Поэтому сегодня вот эта норма позволяет главам субъектов вывести из-под действия норм 119 закона определенные территории охотничьих угодий.